сорт томата Исидзуки. Этот сорт селекции Японии. Сорт ранний, 70-80 дней до полного созревания. И высота куста около метра. Бывает чуть меньше, чуть больше. Формировать растение лучше в 3 стебля, чтобы получить хороший урожай. И тоже требует частичной подвязки. Вот такой вот сердцевидной формы плоды розового, густо розового цвета. В среднем вес одного плода 160 грамм. И разрежем его. Розовая мякоть, сочный многокамерный томат. Назначение его салатное. Также можно использовать для приготовления различных соусов, томатного сока. И подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. При должной агротехнике выращивания с одного куста можно получить от 7 до 9 килограмм таких вкусных сладких томатов.